Уральский дуэт более чем на 9 баллов, почти на 10 баллов. Два дуэта здесь представляют Белоруссию, и вот первый из них — это Ханна Беспрозванных и Дарья Дарья Хатсевич. Ганна Беспрозванных и Екатерина Трушкевич. Дарья Радкевич, она запасная участница в этом дуэте, но здесь выступают основные участницы. Не самый лучший результат показали они в технической программе, были только 15-ми. Поэтому попадание в финал для них весьма серьезная проблема. Молодые синхронистки Беспрозванных 91-го года рождения, и в этом году исполняется 20 лет, а партнерша на год старше. Пытались исполнить участницы. Ханна Беспрозванных и Екатерина Трушкевич. Я бы назвал это второй белорусский дуэт, потому что первый мы еще увидим. И первый дуэт выступал в технической программе куда более успешно. Они занимают, в отличие от Ханны и Екатерины, 12-е место, то есть у них все шансы попасть в финальную стадию Кубка Европы. Вот сейчас как раз самое время показывать то, что происходит в подводной части на повторах.
Ну, конечно, то это экстра класса. Вот этот, вот здесь была попытка выброса. Вот сейчас нам еще раз это показали, этот момент. Но, похоже, вот этот элемент у них не получился. Ну, он, конечно, очень непростой, прямо скажем. В первой оценке за технику исполнения, вот мы, я уже выделил вот, оценку за трудность, difficult, за трудность исполняемых элементов. Мы видели, чем сильнее, чем эффектнее выступает дуэт, тем эта оценка выше. Вот самая высокая пока была как раз у итальянок, где-то в районе 28 баллов их трудность. Там в первой оценке три компонента. Что-то долго судьи выставляют оценку. Ну, отметим, трудность невысокая, всего 22 720, меньше 40 баллов и первая, и вторая оценка. Пока пятый у них результат, 151 балл. Выступило 7 дуэтов.